Да, мы вся команда расстроена, что мы не выиграли. Yani bu tabiydi. Yani mayus oldu. Bütün komandamız mayus oldu ki bugün olmadı. Не только потому, что мы играли дома на своем поле, причем вот качество поля и стадиона сказалось на качестве игры. Я думаю, что одна из таких игр, которой качество было на хорошем уровне. Yani bu tek bizim evde oynadığımız için yok. Yani ümumiyyətlə oyun keyfiyyətimiz və yeri gələndə bəlkə də meydançanın keyfiyyətli olması da oyunun keyfiyyətinə də öz təsirini göstərdi. Mən hesab edirəm ki, bu belə deyək, bu çempionat da keyfiyyətli oyunların biri idi, ən keyfiyyətli oyunların biri idi. И ошибки, которые были в игре и с нашей стороны, и со стороны соперника, они были вызваны вот таким давлением, прессингом на противника, и мы ошибались, и наши соперники, повторяю, ошибались.